Привет коллегам, друзьям и просто любопытным, оказавшимся на этой страничке. Хотел выложить два отдельных видео с полетами квадрокоптера 7-дюймового долголета, дальнолета вернее. Вот. Но потом решил объединить их в один сюжет и показать по очереди, так как они небольшие, в принципе, по порядка 1,5 минуты по своему содержанию по времени. Что меня побудило это сделать? Какая-то непонятная ситуация произошла с этим квадрокоптером. Я в течение определенного времени менял пиды, пытался подобрать наиболее приемлемое, чтобы не было при виде видеосъемки, чтобы не было у нас желе. Вот. Ну и летал на одном и том же месте с этим квадрокоптером. И все было вроде бы неплохо. Тот, кто смотрел предыдущее видео, полет над полем 7-дюймового дальнолета, ну, может, в принципе, убедиться в этом. А кто не смотрел, может вернуться и посмотреть, что, в принципе, была достигнута цель, и все было нормально. В управлении никаких проблем уже не было. Летал он уверенно и управлялся довольно-таки легко и свободно. Ну, по крайней, будем так говорить, два полета оказались не совсем удачными. Ну, в каком плане? Тот полет, который я вам покажу первым, я просто хотел вылететь за пределы береговой линии. Первый раз, в принципе. А второй я уже устранял недостатки, то есть в результате первого полета, первого крушения или первого падения у меня сгорел мотор и сгорел регулятор. Причем так сгорел, выгорел все, даже силиконовые провода все пообгорели силовые на этом регуляторе. Я его заменил другим, у меня был резервный. И второй полет он уже полетел по тому же маршруту практически, но уже с другим регулятором, но тоже из этой же серии, 20-амперным регулятором. И результат оказался прежний. Вот, но правда, когда я разбирал, уже регулятор не сгорел, а на регуляторе, этот регулятор был после ремонта. И на этом регуляторе просто от удара отвалился один из полевых транзисторов. Вот. А из-за чего произошло все это падение, остается загадкой. Ну, я сейчас продемонстрирую это видео, и вы сами убедитесь, что на одном и том же месте, практически на одном и том же месте, квадрокоптер теряет управление. Так, переходим к видео. Ah!
Итак, вы посмотрели эти два видео, видеоролика. Я не знаю, если кто посмотрел, конечно. И если у кого-то есть свои мысли по этому поводу, пожалуйста, напишите, в чем проблема. Ну, как-то у меня, честно, откровенно, это вызывает недоумение. И объяснение этому найти не могу. Какие внешние факторы, или же фактор железа, или фактор управления. Я не знаю, что повлияло на подобные аварии, на подобные подпадения. В одном и том же месте два дрона, которые у меня практически не падали. То есть один и тот же дрон, который у меня практически не падал. Это вот были два единственных его падения за все лето и привели к очень серьезным техническим потерям. Мне теперь приходится менять полностью все регуляторы на 30-амперные. Кроме того, GPS-модуль, который в результате падения был разбит, угроблен. Вот. Экшн-камера, находящиеся в боксе, в защитном. Там сенсорный экран, ну, мелкое стекло рассыпался. Я, конечно, его заменил, у меня была другая камера, но без, не с сенсорным экраном. Ну, она, в принципе, она была не рабочая, но экран подходил. Вот, я поставил его, ну, можно и без сенсорного обойтись. Тем более, что там есть кнопка, меню, которая делает все переключения и настройку меню. Так что здесь не очень-то большая потеря. Ну, а вот регуляторы, GPS-модуль пришлось менять. Ну, пока я еще жду GPS-модуль. Регуляторы я уже получил. А, да, еще на этом. Когда я поменял
регулятор 20-амперный, у меня был еще запасной 30-амперный, стал ставить винты и на одном моторе. Закручиваю гайку, закручиваю, она что-то не закручивается. А потом раз, отвалилась вместе с винтом. Ну, колокол алюминиевый где-то перетянул, и штырь с резьбой, штырь этого колокола, верхушка, отвалилась. Пришлось заказывать новый мотор. Ну вот, мотор пришел, теперь его надо перемотать по звезде, потому что он по треугольнику намотанный от фабричной намотки. А мне надо по звезде. Перемотаю по звезде и соберу уже окончательно вновь 7-дюймовый. В общем, такая вот история с моими квадрокоптерами. Все, всем пока, всем привет.